Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня Books Coin Drizzly, вот как-то так называется, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов, да и зарабатывать криптомонеты. Здесь можно посмотреть выводы здесь последние. Регистрация здесь наипростейшая, каузы интересует. Email, username, два раза пароль. Здесь можно выбрать капчу. Я выбрала вот такую. Разгадываем капчу, кликаем зарегистрироваться. Попадаем в кабинет, после чего на почту приходит письмо. Нужно кликнуть на зеленую вкладочку, чтобы активировать кабинет, чтобы был доступен вывод. Значит, у меня вот на балансе вот такая сумма. Это в долларах. Значит, и здесь всего 5 рекламок у меня. Так, по выводу сразу хочу сказать, обратите внимание, USDT на Faucet Pay идет минималка 1 доллар и биткоин также 1 доллар. Трон и Dogecoin идет от 1 цента. Видим, да? Минималка не завышена. Значит, баланс, энергия, ну и все такое здесь. Повышение уровня идет. Далее что? Давайте пройдемся по вкладочкам. Домашняя страничка, вкладочка реферал. Находится партнерская ссылка. Если кому надо, вот она. Копируйте и приглашайте друзей. Значит, далее что? Автокран. Это кто проходит короткие ссылки. Обычный кран. Как видим, ничего такого нет. Значит, что у нас здесь? Антибот. Ну и капча. Таймер на 1 минуту. Такое количество USD. Как бы мы получаем. Давайте пройдем. Так, капча. Я убираю вот эту. И антибот. Что у нас тут? 9, 6. Так, 9, 6, 4. Разгадываем капчу на зеленую вкладочку. 100 клеймов в день. Это по желанию, если вы захотите. Пошел отчет таймера. Далее, короткие ссылки я не смотрю. Если вам вы любите, как бы, умеете их разгадывать, как бы, пожалуйста. ПТС. У меня, я одну рекламку просмотрела. Осталось у меня 4 рекламки. И всего на 5 реклам у меня сумма 1 цент. Давайте одну просмотрим. Они все по 20 секунд. Кликаем. Идет отсчет таймера. Так. Сейчас посмотрим одну рекламку. После я поставлю на паузу и просмотрю всю рекламу. Разгадываем капчу. Вэри. Возвращаемся. Все. Рекламка засчитана. Поставлю на паузу. Я просмотрю всю рекламу. И после продолжу. Я просмотрела всю рекламу по нулям. Далее, что у нас здесь есть? Задание. Это нафиг не надо. Аферовал. Хотите смотреть, хотите нет. Суппорт Telegram. Facebook, ну, тут для рекламодателей. Ну и все, история. Возвращаюсь на домашнюю страничку. И, как видим, у меня 1 цент. Как раз я просмотрела все 5 рекламок. Так, далее что, друзья, будем выводить. Значит, ставлю трон. На Faucet Pay. Вот такое количество трона должно поступить
на баланс минимум вывод. Я вам сказала, сюда надо адрес кошелька. Адрес кошелька надо идти. Так, на Faucet Pay. Так, Faucet Pay. Адрес беру. Трон адрес. Так, я возвращаюсь. Прописываю. Трон адрес. Сумма по умолчанию. Здесь они конвертируются сразу в криптомонеты. Кликаю вывод. И что мне написали? Ладно, сейчас вот так мы посмотрим. Ой. Так, на русский, на крайний для этой транзакции. Окей, а если Dogecoin мы возьмем тогда? Так, иду на Faucet Pay Dogecoin. Попробуем Догах вывести. Этот мы удалим. Dogecoin вставляем. Вывод. Все. Такое количество у меня вывелось. И идем на Faucet Pay. Значит, понятно все. Я вывела в Dogecoin. Все в режиме онлайн. Все при вас. Администратор потом пополняет, как обычно, Tron кошелек. Можно будет выводить в тронах. Вот. Так, идем на Faucet Pay. User Dashboard. И, пожалуйста, Coin Drizzly. Вот такое количество Dogecoin. 26 июня. Платит инстантом. Все замечательно. Кому интересно работать и зарабатывать, мне интересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!